Да, нажал. А, наверх нажал, ага, выключи, как идем. Всем привет! Сегодня необычный выпуск. Мы без нашего главного оператора. Саня, привет! Приехали в деревню. Хотели, конечно, начать с города, но товарищ Максим отдал нам камеру только в общественном транспорте, который вы только что наблюдали. Нас встречает Егор, с ним Денис. Скажи привет. Привет. Поэтому сейчас ждем еще друзей из города на водке, везут груз, чтобы мы налегке приехали на Линде. Собираемся, поедем на кордон, половим рыбу. Паримся в бане, ну, а там посмотрим. Поехали! Поехали в сторону воды, включаем музыку и погоним. Так, ну вот приехали где-то на место нашей шкуны. Мы на ней поедем. Идем. Вот и она. Ну вот, крутим, вертим. Флажок. Без флага никак, да. Погоним. Сейчас покажу, куда поедем. Идем. Вот такая у нас речка. Узенькая. Потихонечку пойдем. И там встретимся с друзьями. Егор с флагом! Так, одну лодку притащили. Сейчас будем вторую. Приехали. Тут у нас что-то комары, короче,
скажу сейчас. Сейчас будем, наверное, косить траву. Будем прыгаться от комаров. Стать костры. Камеру. Поехали, маленько перекусили. Сейчас будем работать. Покурим маленько, что того. Пойдем ставить сетки. Мы пойдем рыбачить на удочку. Что ты делаешь? Есть посудомойку? Нету. Ночью было жарко, расхлестали. Три веника, два вот. Более-менее еще остались. Дубовый. Пихтовый. В клочья. Трусселяторы. На просушке. Сварили уху. Идет дождь. На улице вообще неохота. На градуснике плюс 10. Греем воду, будем мыть посуду. Погодка поднасрала.